Монета 10 рублей 2005 года. Российская Федерация. Санкт-Петербургский монетный двор. Древние города России. Казань. На реверсе монеты прописан номинал, крупное число 10, с горизонтальным рифлением. Внутри цифры 0 имеется более мелкое горизонтальное рифление, на фоне которого при изменении угла наклона монеты попеременно просматривается надпись «РУБ» и число 10. Ниже одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «Рублей». Под ней отчеканены мелкие стилизованные буквы СПМД, знак Санкт-Петербургского монетного двора. В самом низу указан год чеканки, дата 2005. Слева полукругом лавровая ветвь, справа также полукругом дубовая ветвь. Над числом 10 полукругом вдоль канта обозначено название эмитента, надпись «Банк России». По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, изображена панорама города на берегу реки. Выше и справа герб города Казани. В серебряном поле на зеленой земле черный дракон с червленными крыльями и языком. С золотыми лапами, когтями и глазами, увенчанный золотой короной. Щит увенчан казанской шапкой. Казань – древний город-крепость. Основанный более 1000 лет назад на севере Волжской Бурятии. Входила в состав Золотой Орды. В середине 15 века стала столицей Казанского ханства. Под панорамой города полукругом надпись «Казань». В верхней части поля монеты полукругом вдоль канта вдавленными буквами название серии «Древние города России». По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый, состоящий из 300 рифлений, на фоне которых две вдавленные надписи «10 рублей», разделенные двумя пятиконечными звездочками. Оформители монеты – художник Шабылкин и скульптор Андронов. Дата выпуска монеты – 19 мая 2005 года. Монета изготовлена на биметаллической заготовке. Центр – медно-никелевый сплав, кольцо – латунь. Магнитными свойствами монета не обладает. К магниту не липнет. Весит монета 8,4 грамма. Диаметр 27 мм. Толщина 2,1 мм. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе тиражом 5 миллионов штук. Средняя цена на сегодняшний день 102 рубля.